Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей. Мы продолжаем играть в игру про машинки наши. Давайте откроем. Новая машинка, смотри. Да ну! Правда, что ли? Да, твоя первая тачка. Ретроболит формула. Ретроболит, ага. Ретроболит формула. Ну что ж, да-да-да, давайте. Это ты, это противник. Сейчас мы его щелкаем. Есть! Он просто стоял там, и я просто подъехал и его щелкнул. А то нанесенный ущерб в размере 150 единиц. А, наносит удары, пока у противника не закончится здоровье. А, так ты такой сильный, что ли? Подожди, ой-ой-ой-ой. Так, назад отъезжаем. Опа, готов. Готов, приятель. Мы тебя щелкнули. Еще один удар остался. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты что такой активный стал, а? Ты же такой был немножко тормознутый. Все, победа. А, победа за тобой. Так, и что дальше? А, ты выиграл награду, держи победу. Держи награду, причем тут победа? А, выиграй больше призов. Да, ребята, надо тут выигрывать. Так, динамитик, тук-тук. Ну давай, взрывайся уже, может быть новая машинка будет у меня. Ага, три кристалла. Так, гаечные ключи. Новинка, трактор, непростой трактор. Новинка, нет, ложка редкая. О, редкая, это спасибо за редкую. Редкая, это хорошо. Так, ух ты, поиск противника идет. А, мы играем, кстати, ребята, с реальными людьми. Так, с реальными игроками? Ну, давайте попробуем. Так, нужно обогнать. В смысле обогнать? Я тебя сейчас вот щелкну. Да, обогнать в смысле... У меня машинка классная, кстати. О, тракторочек. Готов. Ага, победа за тобой. Так, и что дальше? Нам нужно, кстати, вот эти кубки зарабатывать, кстати. И забираем монетки. Тут тоже такая шкала, как Brawl Stars, смотри. Да-да-да, трофейный путь называется. Собирай трофеи со сражений, чтобы получать доступ к новым мощным тачкам. Чем дальше ты продвинешься по трофейному пути, тем выше будет твое место в таблице рекордов. Окей. Так, что дальше? А дальше ничего, дальше мы играем, продолжаем играть. Так, поиск противника. Кто там будет с нами, против нас там? Карт, трактор, магазинная тележка. Магазинная тележка, в смысле? Вообще капец. Ну, это несерьезно, ребята. Так, футбол играем. Опа, я забил мяч. Ох, нифига, клево, давайте забивать мячик. Есть, мяч куда-то отлетел в другую сторону. Ну, мы, ребята, победили. Угу. Так, раскрутка. Отказаться от призов, потому что здесь, скорее всего, предложат посмотреть какой-то видеоролик. Так, прокачиваем машинку ретро-болит. А, стоимость 10 ключей, да без проблем. У меня их там 15. Так, прокачали. Все. Поехали, играем. Так, поиск противника. И у нас инопланетянин. А, инопланетянин, кстати, я с инопланетянином боролся уже. Я примерно знаю как. Сражение на вулкане. Ох ты! Он что там еще стреляет, этот инопланетянин? Фига себе. Так, какое-то яйцо, смотри. Два этих трактора. Ё-моё. Как же... А-а-а, он меня... Я щелкнулся нечаянно головой, ребята. Так, есть удар. Готов. Смотри, нет, ложка вообще мощная. Красава. Ой-ой-ой, нет, это я нечаянно. К сожалению. Давайте поедем на него. Сейчас попробуем еще. Да как так? Я щелкнулся головой. Да... Просто об дерево, что ли? Так, ладно, давай. А что он стреляется, кстати? У меня не... Я не могу стрелять, а он стреляет. Так, победили. Победа. Так, дайте мне. А, нравится игра? Так, ладно. Конечно же, очень нравится игра. Так, давайте прокачаем трактор. А, тракторок-то наш. Так, чё, подожди, в смысле? Так, выбор... А, прокачать. А в смысле у нас ключей нету? Зачем ты нажимаешь... Зачем ты мне бежишь прокачать трактор, который у нас вообще не прокачан? Эх... Так, у нас мотокроссный военный велосипед даже. А, байк с пилой, блин, а у меня какие-то вообще тачки стрёмные, нет?
Или нормальные. Ладно, сейчас попробуем, посмотрим, ребята. Есть! Да, снесли бошку. А, победа. Победили. Так, крутилка. Ну, а как тебе крутить? Так, отказаться от призов, наверное. Так, не предлагает мне что-то там посмотреть. Нет, мы отправляемся дальше, играем. Ух ты, подожди, в смысле? Что это такое? Тук-тук-тук, давайте откроем сундучок, посмотрим, что там. Может, новая машинка будет? Так, болты, гаечные ключи и... Ух ты, не отложка редкая. Копировать. А в смысле? Она у меня же есть. Это не отложка, вонючая. Так, забираем монетки. Спасибо. 25 монеток мы взяли. А, монетки у нас открывают эти сундуки вонючие. Так, давайте посмотрим, что тут можно выбрать, нам сказали. Так, а тут я ничего не могу выбрать. Ага. Что это такое вообще? Что я здесь вообще? Мастери из болтов новые тачки. А сколько у меня этих болтов? Ну давай эту смастерим. Получить доступ, ну давай. Винтики, шпутники, купить болты. А в смысле вы мне предлагаете что-то сделать, когда у меня этого нету? Странно. А поиск противника. Так, ретромобили, трактор, формула не отложка. Ладно, сейчас попробуем выиграть, естественно. Вечеринка на пляже. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Смотри, крабик идет. Ой, я крабика придавил. Ой-ой-ой-ой, он меня шляпой прям по голове ударил. Ай, ты вонючка. Так, а если я буду здесь стоять сверху? Он сейчас к башке где-нибудь стукнется, смотри. Тихо-тихо-тихо-тихо, давай назад отъедем. Стукайся. О, а это что за чувак? Это у меня чувак выпал, что ли? Что, я не понял. Ага, взорвали друг друга, да? Ладно. На, получай. Так, первая победа. Ух ты, смотри, какая крутилка здесь прикольная. Офигеть. Ладно. Ой, а в смысле я ударился, да? Красный победил, да? Как так вообще? Так, ну что у нас здесь мы имеем? Давайте дальше играть. Так, поиск противника. Велоцираптор? Что ты еще за велоцираптор? На велике будешь кататься, что ли? Ладно, так, обогнать. Значит, давайте быстренько. Опа, тихо. Ах ты гад, смотри, что творит. О, я еще головой стукнулся. А он что там застрял, что ли, на коробке? Да. А что за фигня упала мне на голову? Офигеть, так быстро мы так не проигрывали ни разу так быстро. Вообще так жалко. Поиск противника, давайте посмотрим, кто там будет. Какая вонючка со мной будет играть. Так, трактор доисторическая, танк с лазерной пушкой. Я не успеваю читать, что там доисторический какой-то. Прикинь, прикольная тачка доисторическая. Ох, у него, смотри. Ой, чего я улетел-то так? Блин, что-то я не посмотрел. Ладно. Тихо, нет! Только из-за того, что я первый упал в воду? Как жалко. Ух ты, а что это у него за штука такая круглая? Я не могу подъехать к его голове. Так, а у меня он крутил... О, этот маленький дурачок. А, вот этот маленький дурачок откуда-то вылез. И получается, я в него, ребята, к сожалению, попал и шлепнулся. Вот это. Ох, нифига, он в смысле, он стреляет вот этой стрелялкой и убивает. На, полетай немножко, дурачишка. Тихо, нет, ой, да как так, я разогнался. Опять мы проиграли. Ладно, еще раз играем. Поиск противника. Кто там, с кем я буду? Трактор, мини-экскаватор, военный велосипед. Офигеть. Ну, давайте попробуем. Вечеринка на пляжу. На пляже. Вечеринка на пляже. А, хотя бы давали бы 3 раза поиграть на этой вечеринке. О, этот на тракторе. Как он взорвался, не знаю. Ну, мне просто-напросто, ребята, повезло. Ох ты, смотри какой. Стреляет, у него там пистолет. Офигеть, бандит какой. Слушай, а чего у меня ничего нету? Я не пойму.
Что это за неотложка, на которой нифига ничего нету? Так, опять красные победили. Ладно. Дальше. С кем будем играть? А где противник? А, у меня написано гость, а у него Баусер. Баусер, а почему у меня название? Надо поменять название мне на канал. Так, зарись, есть. Получил, наконец-то мы стали побеждать. Опа, давай, переворачивайся. Есть. И вот это уже мне нравится. Вот это уже, ребята, мне нравится. Ох ты, велоцираптор. Куда я там отлетел? Ох-ох-ох, как жалько. Как жалько, что я улетел куда-то. Непонятно куда. Так, этот стреляет, смотри, стреляет. О-о-о! Прям колесо мне по башке ударил. Так, давай этого сейчас я щелкну. Едь ко мне, едь, давай. Есть, велоцираптор. Отдыхай, чувак. А, он все еще живой, мне надо еще раз его щелкнуть. Блин, это несправедливо, ребята. У него, смотри, есть еще немножко здоровья. О, опять велоцираптор. Опа, есть. Мне везет на эти велоцирапторы, я их щелкаю только так. Победили мы, ребята. Что мне за это дадут? Раскрутить, раскрутка. Так, ладно. Нет, не надо мне это. Опять реклама.